Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Ну что ж, у нас уже на этой неделе будет розыгрыш подарков от Виолити и монет 10 гривен. А в этом выпуске я покажу вам несколько монет необычных наших обиходных гривен и вот такой вот замечательный альбом с гривной по годам. Ну что ж, давайте начнем. Ну, во-первых, вот этот альбом я выставлю на аукцион, в конце видео покажу. Выставлю на аукцион его на аукционе Виолити, конечно, ссылочка будет в описании, но к нему, вот к тому, что здесь монеты в очень хорошем состоянии, некоторые из роллов, будет гривна 96 года с поворотом, я покажу ее, обычная гривна и две монетки, не очень необычные, не часто такие монеты встретишь, на аукционе я видел только один или два раза в продаже, это монеты гривна, покрытые серебром. Как видите, на самом деле монета существует, такие вот так называемые хулиганки монеты в серебре, гривны. Ну, они, конечно, больше 300 долларов стоят за монетку, и это довольно дорого. А иногда хочется положить к себе в коллекцию что-то такое необычное, интересное, особенно вот если у вас такой вот замечательный альбом, да, дополнить его какой-то изюминкой. В данном случае я вам покажу две монеты, одна и показываю. Одна монета, это 1996 год, покрыта она настоящим серебром, очень толстый слой и очень качественно это сделано. Такая монетка, конечно, очень красиво смотрится, я не знаю, как камера передает, но вживую просто потрясающе. И вторая монета, тоже сейчас вот я протру от отпечатков, 2000, она просто, гляньте, зеркало, 2001 год. Покрыта настоящим серебром. Это довольно сложная процедура, как это все, так как действует и гарантия на это серебро, что оно не будет стираться, и, как видите, довольно качественно все сделано. Мало компаний, которые делают такие монеты, делают их посеребрение или покрытие золотом. Вот, но в данном случае вот такие две монетки я добавлю в этот набор. Гляньте, и они будут смотреться просто потрясающе. Сейчас я покажу, вот 96-й год. Монета интересна тем, что, конечно, монета, тираж у нее 1 миллион, но так как довольно давно она была выпущена, ну, 96-й год, вот, мы видим, что часть монет просто потерялась, часть монет вывезли, часть монет, ну, неизвестно, где находится, и потихоньку, конечно, они будут находиться в копилках, но я думаю, часть тиража будет потеряна. Вот эти монеты, которые также миллион тираж, они, скажем так, выпущены уже в роллах, люди уже знают, что такое монеты, их не так много в обороте, и ими не платили, их вывозят, конечно, как сувениры, продают, но не такое количество монет будет потеряно, как тех, которые были у нас в 96-м году. Вот эта монетка 96-го года, там будет еще в обычном состоянии, без покрытия серебром. И эта монетка 2001, просто гляньте, блеск. Очень круто выглядит. И этот альбом будет выставляться на аукцион. Ну что ж, давайте я покажу теперь каждую монету из этого набора. Как видите, потрясающее состояние. Рольные монеты, не все, но из роллов. Выглядит просто класс, и эта монета довольно классная, тоже тираж у нее маленький, 50-60 тысяч тираж. Ну что ж, давайте посмотрим теперь каждую монетку из этого набора, который будет выставляться на аукционе Виолити, который я всем советую, я регулярно его использую, покупаю там монеты, и вот иногда я выставляю там что-то на торги. Ну что ж, давайте сейчас достану, посмотрим эти монеты. Достал монеты, и теперь я вам подробно покажу каждую монетку, в каком она состоянии. Скажу так, что очень много монет здесь из роллов. Когда я собирал коллекции, я покупал несколько монет себе. И где-то порядка трех альбомов я собирал монет из роллов. Я решил два альбома продать, а оставить себе один. И давайте посмотрим по состоянию. Это вот такие вот 60 лет освобождения от фашистских захватчиков. В каталоге Загреба их оценивает
в 100 гривен за одну монетку. Действительно, роллы такие довольно дорогие. Но в целом много продавцов продают монеты поштучно, потому что ролл за 5-6 тысяч и больше купить, ну, мало кто может себе позволить. И потому роллы раскрываются и продаются. Вот у меня есть как у меня в альбоме, так и здесь. Покажу вам монетки в очень-очень приятном штемпельном состоянии. Кстати, когда я выбирал монеты к себе в коллекцию из ролла, я видел, что не все они прям идеально блестящие. Некоторые были с такими ударами, что за них я бы точно 100 гривен не заплатил. Ну, а в данном случае монетки приятные. Вот я вот две показал. Ну, эти монеты несложно достать. Евро, конечно, вот эти довольно сложно. 65 лет тоже покажу. Вот. Ну, это, кстати, из перебора, не помню, кажется, да, это не рольно, но она была в хорошем состоянии, как раз вот из мешковые. Есть, конечно, прям видно, да, что монета огненная, горит. Огненная горит. Бывает не просто найти монеты обычных годов в хорошем состоянии, но при переборе огромного количества мешков или на встречах коллекционеров можно встретить необходимые монеты, если есть задаться такой целью. И, конечно, приятно, когда у тебя в коллекции монетки, ну, просто в приятном, шикарном состоянии. Очень часто продают такие альбомы, и ты не знаешь, в каком состоянии каждая монета. В данном случае в этом ролике я показываю, и будут отправлены именно те монеты, которые я сейчас, собственно, перед вами показываю. Они будут запакованы в zip-пакетики и отправлены. Вот. В целом, вот эта тема будет, я думаю, популярна, потому что гривна у нас бумажная уже отходит. Новый формат гривен, как вы видели, напечатали огромными миллионными тиражами. Они уже всех подбешивают. Такую монетку я тоже положу в коллекцию. Вот она в специальной такой вот прокладочке. Она будет специально, чтобы не шататься. Полностью будет альбом укомплектован, получается, все ячейки будут заняты. 2004 год, да, тоже сложно найти монету в хорошем штемпельном состоянии, именно без коцок и в яркую, приятную монетку. 2003, в принципе, попадались. Сейчас попробую поймать вам этот луч. Вот, в 2002, вот сейчас переходим. Вот, смотрите, это прям просто горящее, хотя луч так толком-то и не видно. Вот. 2001, тут, конечно, да, тут приятная монетка. Просто отдельно такие монеты я, кажется, покупал или гривен по 70 из мешка, когда еще сам не брал ни одного мешка. Я конкретно взялся в коллекцию купить, положить. Около 5 монет что-то я такое брал. Вот, посмотрите теперь на 2001 в серебре. Она просто потрясающе выглядит, гляньте. Во-первых, какое поле. И монета покрывается серебром там очень через сложную технологию. Во-первых, она чистится полностью, потом покрывается другим металлом, и только потом идет серебрение, вот с гарантией, скажем так, от производителя, от того, кто этим занимается. То есть это не так, что дома сделать. Посмотрите, какая монетка 96-го года, и это не просто монетка 96-го года, она с поворотом. Вот смотрите, когда мы поворачиваем, мы видим, что идет смещение. Это уже тоже придает дополнительную стоимость, плюс состояние этой монеты. У меня за все время таких монет было около 5, где-то 5 монет. Сейчас осталось 3. Я 3 в альбомы положил, а 2, не помню, с кем-то поменялся. Вот, но эту монетку я решил доположить, чтобы она пошла в таком замечательном наборе. Вот гляньте, 96-й год. Вот так выглядит обычная монета. Видите, никаких поворотов на ней нет, просто обычная монетка. Их сейчас цена от 50 гривен. Ну, вы помните, что она доходила и до 100. И, конечно, 96-й в серебре тоже можно вот так немножко протереть, чтобы она без отпечатков пальцев была. И класс просто эта монета. Можем гурт посмотреть. Гурт полностью покрыт серебром. Ну, это что-то необычное в коллекции, да, кому показать, что вот в таком серебряном металле. Ну и гривна 95-го года, вот тоже можете посмотреть. Неплохая монетка.
И этот наборчик уже будет выставлен на аукционе Виолити вместе с папкой. Вот. Полностью, получается, он укомплектован. Будут заложены все ячейки. Монета, смотрите, вот это очень красивая монета. Мне безумно нравится дизайн. Жалко, что она не пошла в оборот. Тираж у нее вот сзади у нас указан. 60 тысяч. Вот. Ну, тоже потрясающая монетка. Отлично помещается вот сюда вот. И полностью вот такой вот подарочный. Легко ставится на полочку. Ну, я говорю, что я себе оставлял, у меня есть, это круто смотрится. Ну что ж, вот такая коллекция монет, друзья, буду выставлять, принимайте участие в торгах. Поздравляю будущего обладателя такой замечательной коллекции монет 1 гривна. Посмотрите на это состояние, просто класс. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.